Дала нам ключи от комнаты. Таракан, что ли? Я сейчас вопрос ей задам. Вы животные, короче, да, вы да, не да. люди. Ну что, ребят, мы приехали. Клюет что-нибудь? Какие-то, не знаю, тут грубияны. Вот, вокзал, да? Вот. 2020 год. Короче, мы заехали на заправку, взяли себе кофе под 300 миллилитров. Настя себе взяла горячий шоколад. Я взял капучино. Ребят, хочу показать вам еще вот с утра. Счастье такое привалило. Поутру. Прям огромное, я думаю, к деньгам, к большим. Не знаю, корова, видимо, летела. Итак, ребят, вот это, походу, здание. Вот сюда мы едем. Надеюсь, сейчас парковка тут есть, парковочные места. В общем, сейчас решили машину мы поставить пока что вон там, с краю дороги. Конечно, тут подъезд просто ужас. Подъем, во-первых. Вот, и здесь вот, я не знаю, как тут машину где парковать. Вот, например, сейчас я не вижу свободных парковочных мест. Но вот здесь только единственное, под окнами. Но я так понимаю, что подъезд, наверное, с той стороны, по всей видимости. Ну, вот такое вот здание. Относительно, да, относительно новый дом. Вот, ну вид тут прям море видно, кстати, отсюда, да? Так сказать, на возвышенности находится. Вон там еще, смотри, домики такие, да, ничего. Новый какой-то комплекс строится. Там церквушка, в общем, ну да, много новых домов. А сейчас мы поднялись в так называемую нашу квартиру посмотреть. Так как нам уже искать, лазить что-то не вариант. Ну и время тратить неохота. В общем, решили мы там остаться. В принципе, нормально. Поднялись. Хозяйка говорит, можете сейчас не снимать. Попросила не снимать, поэтому мы не снимали. Вот, сейчас заберем наши вещи. Поднимемся, ну и поснимаем вам нашу комнату эту. Заплатили мы за 4 дня 7700, получается 1800 сутки, выходит там 7200, да, и 500 рублей, ну не знаю, честно сказать, первый раз я такое слышу, что еще за коммуналку она 100 рублей как бы в день посчитала там, ну, вот, говорит, если типа меньше намотаете, то я вам верну типа разницу. Вот, ну, короче, вот дала нам ключи от комнаты. Мы пришли сейчас разгружаться. Ну, заезжай.
Все, мы загрузились. Пакеты забрали. Вот. Мой труженик. Заселенцы. Тащит мне чемодан. Что тут будем называться? Добро пожаловать в нашу берлогу на 4 дня. Вот это вот суперская дверь наша. Конечно, так. Так себя. Вот, заходим. Слева у нас шкаф. Буду по порядку вам поснимаю сразу. На потом, чтобы это не откладывать. Ну, такой вот шкафчик. Тут постельное белье, типа одеяло что-то. Настя, это вот про это она говорила, еще дополнительно одеяло. Mm-hmm. Это одеялом назвать сложно. Что тут у нас идет? С правой стороны это у нас ванна, туалет. Вот такая вот раковина. Раковина, стиралка, туалет. Блин, полы холодные, просто ужас. Ужас, у меня уже... Да, ужасно холодные полы. Так, вот такая вот ванна. Ну, в принципе, для переночевать, блин, пойдет, короче. Не апартаменты, понятное дело. Вот, ну и вот такой вот, такая здесь кровать. Я не знаю, если тут так будет холодно, то мы замерзнем под этим одеялом. Я надеюсь, он нормально топит. Пока нет. Я сейчас вопрос ей задам, потому что он не греет. Кондиционер, не знаю, пока что не греет, потом скажу, греет или нет. А, столик такой, телевизор. Микроволновка, мощная, холодильник, тоже, конечно, печка, ёпта, тут, блин, все грязное, таракан, что ли, нет, просто жесть, короче, да, чисто перекантоваться. Вот что у них тут в этом шкафу. Какая-то вода, не знаю. Мы тут особо и готовить не будем ничего нафиг, да? Вот, что у нас еще тут есть? Вот такой вот столб. Это уже реально что такое? Холодный такой столб. Я первый раз такой столб. По фотографиям намного, да, лучше смотрелось это? Да. Вот, ну а это у нас прихожая. Что-то мы не то нажали там. Ну а так вообще полы нагреются, будет нормально, да? Просто ну сами по нему видите, да, что ходить даже зверя. Не, ну вы ходите в тапочках, а у нас тапочек с собой нет. Мы не думали, что тут так. Просто он как-то не дует, он не работает. Да работает сейчас в постоянном режиме. Короче, ума не дали этому кондиционеру. Она пришла, тут что-то ковырялась минут 10. Не смогла дать ему ума. Сходили вот в соседний номер. Обогреватель вот такой вот взяли, сейчас поставили. Ну, надеюсь, он обогреет. Ну, вроде он так горячо дует, Настя. Капец, все такое просто дешевое, дешманское. Дверь, мне кажется, просто... Если я около кого такой дверь, надо дать. Ага. Ой. Надеюсь, тут обогреется все. Короче, мы собираемся ехать на морской вокзал. Он вот он. Нам 17 минут езды показывают по Яндекс.Навигатору. Вот, а вот мы находимся. Короче, мы в центральном районе, оказывается, заселились. Вот они мы. Вот, и показывает, что нам ехать 17 минут до морского вокзала. Поэтому сейчас собираемся и выезжаем. Так, все, да? Кофточку возьмешь мою? Да.
А где она? Вон там. Даем. Хоть на видео. Блин, вот это, ребят, достало уже, если честно, фигня. Никогда больше не буду снимать квартиры, не гостиницы вот с таким идиотским потолком, да. Потому что уже всю голову отбили. И, кстати, пока вот не забыл, вот покажу вам. Тут тоже, видите, кто-то головой прям нормально ударился. Бусь пошел! Вон, дай покажу. Я не знаю, как тут... Тут если зима будет, например, снег или гололед, как тут вообще люди сюда заезжают. Я вообще не представляю. Заехали мы вот в такой туннель. Ну что, ребят, мы приехали. Машину вот припарковали вон там. Вот там морской вокзал уже. На яхте покататься, ребят. На яхте. Для вас почти бесплатно. Все, у вас 500 рублей, ребят, стоит. Пойдем. У нас отправление сейчас. Ждать не будем. Осталось 3 свободных места. Присоединяйтесь, да, ребята. Панораму города посмотрите. Отдохнете. Детичков погоним. Слушай, вот такие навязчивые, да, честно сказать, это спинку сделай обязательно. Непривычно. Большая двухпалубная яхта. Цена какая? Идемте кататься. 700? Да. Человека или? Яхта. А на сколько по времени? 45 минут, я же вам говорю. 45 минут? Как это она, это не общительно особо. Спрашиваешь, сколько, отворачивается. Ну да. У нас вообще группа 11 человек. У нас 3 места свободных. Вы сядете, и сразу будет отправление. То есть человек 10 будет. Мы сразу, вот, вы садитесь, мы сразу уходим в море. 800 рублей с человека. Вот. Сказали 700 же. Это за скидка. Сделаем скидку 700 рублей. Смотрите, вот такой билет у нас. Тоже там 3 места свободных. Если вы сядете, мы сразу уйдем в море. Как бы, ну, тут уже на ваше усмотрение. А вы за какую говорили сейчас? За вот эту или за эту? Что это? То есть какая вам... То есть мы садимся, она сразу уходит? Да. Ну, смотрите, вот здесь 4 посадочных зоны. А, да, вот здесь на корме пуфики, а в ковид-компанию можно заходить на вторую палубу и на нос. На носу вообще самый лучший обзор у вас будет. Возьмете теплые пледики и все, сразу уйдем. Выглядит на нос по бортику, что здесь, что там. А вообще программа какая? Выходят и проходят, что дальше? Проходят в акваторию морского порта, выходим в море 2-2,5 километра, там делаем такой кружочек и по побережью возвращаемся назад в порт. У всех абсолютно одинаковый маршрут. По времени это 45 минут, да? Можете взять в аренду своей компании покататься. Час 5 тысяч, 40 минут 4 тысячи. Но это только вы и капитан. Сразу садимся и уходим в море. Там уже программу сами себе строите. То есть можно в море, можно по побережью, можно стоять, можно идти, есть удочки, можно порыбачить. Ну что, сгоняем? Сейчас. Пока море, ребята, всякое. Не закрыли, надо скататься. И по газу, солнышко есть, светит. Прошли на нос, там, если стало вдруг холодно, вышли на вторую палубу, в каюте посидели. Не, просто смотри, какой прикол. Ну, мы сейчас пройдемся тут и все, что дальше. А потом будете долго ждать, пока группа соберется, будете мерзнуть. Поэтому свет. А мы приедем, ну и тут можем всегда, да, в любое время прогуляться. А так со стороны все это и посмотрим. Морской вокзал, вот, да? Вот. Ну и что думаешь? Что я и говорю. Смотрите, здесь можно в каюту заходить, там нельзя. 700 рублей, только здесь. Здесь? Да. Ну, давайте, хорошо. Пойдемте. Пойдемте. Здравствуйте. На борту цену не озвучим. Окей. Цены рассчитаться нужно и на борт. Ага. Здесь есть? 1400 с нас, да. Правильно? 1600, не все. 1600. Угу. Если есть без дачи, вообще будет хорошо. Проходим. Все, ребят, минус 1400. Все увидели. Целая система туда. Бахилы надо одеть. С моря. А потом еще... Можно наверх. Там ветер, наверное, да? Не знаю, надо у капитана спросить. Ну пошли наверх.
Места есть тут еще? Че, сейчас с краю сядем тут, да? В принципе, можно и за руль. Сделаешь фото? На волне. И будем тут как селедки или как гильки в банке. Все, мы отправляемся. Дует прям конкретно. Так, чтоб не замерзнуть, вот такие у нас гламурные пледики. Ну еще я в январе ни разу не катался на катере, если честно. Это первый опыт. Январское море, 2020 год. Город Сочи. Отплыли от берега. Вон, если видно, вон, ребят, морской вокзал. Первый раз в море. Да ну что это не что? Вот это, 3 балла. 3 балла, да? Ну это мы на волну пойдем, пойдете. Так что плывем в шторм. Вчера? Так что тут 3-бальный шторм, ребят. Сейчас идем обратно, уже к морскому вокзалу, сейчас качают нереально просто. Просто жесть, как раскачивают. Я люблю это. Я не знаю, на камеру, наверное, может не так будет чувствоваться эта качка. Качают конкретно. Редкие, да? Ну, им по барабану. Деньги получили, все. Ну, понятно. Вы животные, короче, да, вы не люди. Да. Понятно. Утрамбовывают, как кильки в банку. Ну, да. Ну, кстати, вот за эту кафешку, это... да, вы говорили? Вот. Бригантина, вот это. Стакан. Не бригантина. Вот, смотрите, вот где розовым отделано. Да, вот, вижу. Светлое здание. Ага. Вот там первый, второй этаж, вот ага. С этой прям стороны. Барселоньета называется. А, Барселоньета, все, я понял. Ну, значит, сходим, может, посидим там. Да, подай, забыл уже портфель с этими. Ну, ладно, вы тогда поможете, у меня примите сумку. Ну, хорошо, конечно, поможем. Убираю. Сам такой. Давайте, я приму. Вот, ну, давайте, конечно, спасибо. Помогу. Я неправильно спускаюсь, да? Ну, да. Спасибо большое. Да, не ребят, удачи вам. Вам тоже, до свидания. Всем вам бахит.
Все, прибыли. Ну что, пойдем прогуляемся до морского. Да, хорошо, спасибо. Замерзли? Немного. Все, спасибо. Вас тоже, до свидания. Ну, такая вот для вас быстрая была прогулочка. Сейчас идем прогуляться по морскому вокзалу. По самой территории, так сказать. Со стороны вы посмотрели на него. И мы тоже. А сейчас прогуляемся по самой территории. Настюша замерзла уже, бедненькая. Ну ничего, сейчас мы прогуляемся, в машину пойдем греться, да? Я сейчас молча похожу, поснимаю вам, ничего не буду комментировать. Я думаю, вы сами все увидите. Короче, я не хочу ходить. Ну пойдем хотя бы вот дойдем, чтобы его со стороны посмотреть. Хочу днем еще на солнышке. Настя, тут не факт, что будет тепло. Пойдем прогуляемся и поедем. Я думаю, тут повторно сюда смысла нет уже приезжать. Просто не повторно. Я в прошлом году потратилась. Что-то поймали там. Рыба лежит. Вот здесь стоят рыбасы. Ловится что-нибудь у вас? Иногда. Иногда? А сейчас клюет? Нет, холодно, наверное, да? Не знаю. Че не знают, короче. Да, все какие-то не знают тут. Грубияны. Не знают. Сейчас у этих спросим. Клюет что-нибудь? Нет? Открывала. Обтыграл баян от передней. Да. Из-за холода, наверное, да? Нет, конечно. Нет. Вот тебе В общем, все что-то недовольны рыбалкой. Пойдем посмотрим, да, может, что там. Почем. 24 градуса. Я тебе говорю, смотрел прямую, по радио, и число пассажиров 7, а цифры не указаны, да? Летом кайфово на ней. CRA. Ну, в общем, яхты тут в продаже стоят. Ля, тут тоже CRA. Ну, номера телефонов указаны, я так смотрю, что номера, по-моему, совпадают. Наверное, один продавец. Так, ну все, в принципе, что мы прогулялись, показали вам морской вокзал с берега, с моря. Настя, что ты, будешь фотографироваться? Да уже нет солнца. Ну особо, да, фотографии. Ну вот, кстати, на закате можно вот где-нибудь. Давай тут я тебя сфоткаю на фоне тех яхт. Пойдем. Спасибо. На улице холодно, рыба не ловится, фотки не делаются. Все, ребят, не знаю, как буду делать монтаж по дню, либо все вместе с сольем. Вот, ну, в принципе, вот, вот так вот мы провели свой первый день, заселились, посетили морской вокзал, покатались на катере. Ну и все, в принципе, сейчас идем к машине и едем домой. Греться. Я надеюсь, там хоть чуть согрелась комната. Очень на это надеюсь, потому что, ну, если реально, знаешь, мы как сделаем? Если там будет, сегодня нам не понравится, как мы переночуем, то мы просто завтра выйдем оттуда. Да, 7500
что-то дали? Типа... Я имею в виду, заберем деньги за те дни. Но если нам не могут предоставить должный сервис, который хотя бы по минимуму должен быть, правильно? А что ж мы где кушать будем? Вот, я не знаю. Еще сейчас, кстати, мы хотим покушать, так как дома у нас особо там еды нет, и домашним уже надоело есть еду. Сейчас, может, куда-нибудь зайдем и перекусим. Правильно? В общем, коптер не получилось сегодня, и да и негде его запускать. Но мы постараемся это сделать, может, в другой день запустить его. У меня уже голова болит, если честно, от этих слов. Яхта, яхта, да, все тут яхту предлагают. Не потеряйся от меня, смотри. Красиво он туда украшен. Ну, почти пойдем, дойдем. Интересно так, да? Я, наверное, думаю, сюда, наверное, куртки сейчас скинем. Ну чё, по чаю? Чё-то дольше ждали, не особо тут порции такие большие, да? Как-то. Так, мы, значит, одну большую заказали, сковородку вот эту с курицей и беконом. 500 грамм. Так, Настя заказала, значит, себе минестроне. Вот такой вот. А я себе испанскую похлебку с говядиной по 250 грамм. Так, и... Так, это испанская похлебка, это минестроне и вот такую вот штуку. Сейчас посмотрю, как называется. Спринг ролл с креветкой и овощами. Такое длинное название. Так, ну что, все, приступим. Как тебе суп? Мне кажется, у меня вкуснее, чем у тебя. На вид я бы тоже так сказал. Но у меня в основном тут жижка, короче. Два кусочка небольшие говядины. Я-то думал, там тут говядины будет много. Но, если честно, он, знаешь, такой пресный у меня какой-то. В общем, суп мне не понравился. Вот эту вот штуку понравилась, и вот эта классная. Это вообще. Общая сумма 2173 рубля 50 копеек. До свидания. Ребят, живой краб. Готовят на месте. Ну да, съесть бы его, да? Блин, прикинь, там у него сколько мяса в клешнях. Мне кажется, девочка хочет его съесть. Все, ребят, мы покушали. Идем к машине и едем обратно в нашу комнату. Тире квартиру. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В следующем выпуске мы собираемся отправиться в Олимпийский парк и Красную Поляну. В ближайшее время закончу с монтажом и залью видео на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока, до скорых встреч.